И снова здравствуйте, всем привет, Blender 2.81. Уже много что рассмотрено на канале и не хватает домов. Давайте рассматривать окна, стены, крыши и так далее. Ну, пару роликов, наверное, рассмотрим. Так, камеру можно отключить, свет можно отключить, куб делить на клавиатуре можно удалить. И теперь Shift A, сочетание клавиш Mesh, находим план, семерка на numpad. Делаем S, побольше делаем план и переходим в Edit Mode. Так, теперь давайте разобьем его. Это вот Loop Cut нам поможет в этом. Выбираем ребро и тянем вот так вот. Выбираем тут ребро и тянем вот сюда. Так, стены где-то толстые, дюжить тоже не надо. Ну вот теперь тянем сюда и тянем вниз. Основа положена. Суть будет такая. Это будет первый этаж для понимания. На втором этаже будут уже комнаты. Ну и давайте сделаем полностью. Это будет зал. Здесь будет две винтовые лестницы. Тоже хотелось бы рассмотреть, как их делать. Ну и немного дерева, немного бетона. Так, нужно наметить окна. Семерка на numpad, опять же Loop Cut, намечаем окна. Так, задняя стена будет цельная, окна будут у нас. Вот здесь окно, вот здесь окно, потом вот так. Ну, короче, зала будет вот таким вот образом. Так, здесь будут два окна тоже вот таким вот образом. Так, ну а тут будет дверь. Вот так. И желательно, чтобы она была пошире, двойная, высокая. Все, отключаем Select Box. И суть вопроса в чем? Нужно удалить ненужные полигоны вот эти вот. Выбираем полигоны и вот так вот выбираем через Shift. Можно их выбирать. Вот так вот, щелкая. Также можно C клавишу выбираем, кнопку. И вот так вот ей выбираем все это дело ненужное. Ну и все, теперь это все delete. Так, T нажимаем, Escape нажимаем, убираем эту клавишу, курсор и delete. Удаляем фейсы. Получилась вот такая заготовка. Это единица на numpad, теперь английская A. Все, выделяем вот так. Единица на numpad, жмем Move. Теперь E, щелчок левой кнопкой мыши и поднимаем. Ну, где-то вот так вот. Теперь жмем E, щелчок и поднимаем еще настолько же. Ну, вот, можно побольше. Все-таки замок будет. Окна высокие будут. Это как цокольная часть. Ну и третью часть выделяем. Это тоже E, щелчок. И вот так все это дело приподнимаем. Получилась вот такая вот коробка. Теперь нужно поудалять окна, двери. Итак, получается, если нужно передвинуть, допустим, вот вы сделали единица на numpad, и вот окна, ну, несимметрично чуть-чуть стоят, да? Выбираем щелчок, снимаем выделение, выбираем ребро, Shift, Alt, выделяем вот этот регион ребер. Ну и можно вот с помощью мов чуть-чуть их как-то сделать посимметричнее. Так, вот здесь так. Ну и это окно тоже подкорректировать надо. Щелк. Shift Alt. И отводим чуть-чуть в бок. Вот так. Теперь ставим полигоны, выбираем вот эти вот
полигоны ненужные и делаем delete фейсы. Опять выбираем задние. Вот так. Так, пардоньте. Вот эти не надо выбирать. Только вот эти. Delete фейсы. Смотрим, что получилось. Вот такая получилась штукенция. Ну и тут давайте окна тоже поубираем. Так, это выбираем. Вот это окно будет. И через Shift вот это. Так, это регион. Через Shift вот это выбираем. Delete фейсы. Опять выбираем окна. Через Shift Delete фейсы. Вот уже намечены окна. Ну, тут вот вопрос, что они тоже не одинаковые. Выбираем ребра. Shift. Так, сначала выбираем и Shift Alt. Выбираем вот эту вот часть. Смотрим, что там да как. Вот теперь казус получается. Нужно вот эти отключать части. Через Shift опять же все это дело ненужно отключается. Ну и смотрим теперь Move и немножко оттянем в боку так. Здесь сразу теперь тройка на NumPad подкорректируем, чтобы потом удалять Shift Alt. Так, сначала выбираем ребро, Shift Alt. Ну и попробуем Move опять все это дело перетянуть. Вот сюда вот так. Теперь выбираем полигоны. И жмем Delete фейсы. Опять же, Reshift полигоны, фейсы удаляем. Вот такая получилась заготовка. Именно первого этажа. Ну, давайте теперь бока позакрываем. Вот эти вот. То, что мы поудалили. Вы видите, что стенок тут нету. Давайте выберем теперь ребра. Выбираем. Вот так вот ставим Shift. Выбираем ребро, Shift Alt. Выбираем регион. Ну и тут тоже Shift Alt. Теперь заходим в Edge и находим Bridge Edge Loop. И закрываем все вот эти бока. Повторяем опять же щелчок Shift Alt. Выбираем регион, и тут тоже регион, и опять же Edge закрываем. Так, что тут опять регион повторяем. Так, Shift Alt выбираем. Edge Bridge Edge Loop. Щелчок на ребро. Shift Alt. Shift Alt. И опять же Edge Bridge Edge Loop. Смотрим с этой стороны тоже. Давайте позакрываем их. Щелчок. Shift Alt. Shift Alt. Так, выбрались. Вроде выбрались. И опять же Bridge. Чтобы не было потом казуса, чтобы не переделывать. Edge. Bridge Edge Loop. Получается вот такая у нас штукенция. Так, можно пол закрыть. Сначала вот еще в чем вся фишка. Давайте вытянем, выберем вот так вот полигоны. Ну и можно Shift Alt. Так, вот так как-то. Не получается. Ну можно, давайте ребрами тогда. Вот это все можно. Вот это все можно поудалить, повыделять.
Мы удаляем Delete фейсы. Смотрим, что получилось. Вот такая пустота. Ну и надо еще дверь закрыть. Так. Ребро, Shift-Alt. Shift-Alt. И опять же Edge. Bridge Edge Loops. Все закрыто. Выбираем теперь регион. Снимаем выделение и выбираем вот этот Shift-Alt. Регион вот этот нижний. Вот так вот. Теперь единица на numpad. Жмем E. Щелчок. Move включаем. Чуть-чуть это все дело опускаем. Будет как цоколь. Так, вот такая штукенция. И теперь можно все это дело вернуть Ctrl-Z назад. Выбираем просто вот эти ребра, Shift-Alt. Вот таким вот образом. Жмем единицу, жмем E английская, щелчок. Можно MOV немножко все это дело припустить. И сверху виднее будет, наверное, так сбоку вот S. Чуть-чуть вот вытягиваем вот таким вот образом. И немножко можно приподнять кверху. Вот такая получается заготовка цоколя. Теперь единица на numpad. Жмем E и опускаем это все дело вниз. Вот такая штука получилась. Это вот будет цоколь. Ну а теперь нужно выбрать вершины. Допустим, вот эту вершину и вот эту вершину выбираем через Shift и делаем F английское, закрываем. Теперь выбираем вот эту вершину, вот эту и вот эту. Жмем F. Получилась вот такая вот заготовка. Ну и добавим теперь сюда лупы. Это вот будет одна ступенька, проступь, ступенька, проступь. Сейчас еще, может, добавлять придется. Ну, а тут теперь будем ребрами работать. Выбираем ребра. Выбираем сначала, ну, давайте вот это ребро. С помощью MOV его можно вот так вот вытянуть. Вот это ребро можно втянуть и припустить вниз. Так, теперь вот это ребро приподнимаем и уводим вот сюда, вот так. Ну, в принципе, здесь уже будет заход, тогда его вниз опускаем. Вот такая штука. Выбираем ребро сюда, чуть-чуть ее повыше. Подгадываем, подсматриваем, смотрим, что происходит. Так, это ребро выпирает вперед нельзя.
Так, вот это ребро садим вниз. Это ребро садим тоже вниз. Пониже вот так вот. Получается три ступеньки. Ну, а вот это чуть-чуть выравниваем, поднимаем кверху и чуть-чуть уводим вперед. Вот так. Эту чуть-чуть повыше и выводим тоже вперед. Способ, конечно, тот еще. Ну, в принципе, можно что-то сделать такое. Так, смотрим отсюда. Ну, в принципе, три ступеньки нормальные для первого раза. Так, чуть-чуть повыше, чуть-чуть увести. И чуть-чуть ее пониже, вот так вот. Смотрим на вершины, что тут получается. Так, вот эти вершины. Мы их сейчас сошьем. Вот эту вершину. Вот с этой. Жмем правая кнопка мыши, находим Merge Vertical и Alt Center. И вот эту тоже вершину, чтобы она не дублировалась. Так, вертикал, алт-центр. Ну, вот что-то в этом духе получается. Теперь бока вот эти позакроем. Выделяем вот эту вершину. Так, вот здесь вот будет казус. Давайте добавим тут луп. Вот так вот. И вот тут тоже луп добавим. Потом удалим, чтобы его тут не было. Выделяем вот эту вершину, вот эту, и опять же объединяем их. Alt-центр. Так, эти просто закроем. Ну и вот эту тоже вершину. Через эту. Alt-центр. А это все теперь закрываем. Выделяем вот эту вершину, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту. И вот эту. И жмем английскую F. Все, закрыли. Так, теперь тут то же самое повторяем. Вот эту вершину, вот эту, ну, словом, все. И жмем F. Да, ступеньки, конечно, не подрасчитанные. Ну, в принципе, и неплохо так. Теперь выбираем вершины и снимаем выделение. Смотрим, получится регион выбрать. Вот этот регион. Вот этот. Так, смотрим, что тут получается. Так, наверное, не этот, вот эти надо выбирать. Да, вот этот выбираем и жмем F английское. Вот теперь получился у нас пол. Вот такая штукенция. Так, бока все закрыты. Крышу пока
делать не будем. Ну, в принципе, рассмотреть, давайте рассмотрим вот так вот, Shift-Alt. Shift-Alt. Так, снимаем выделение, только чтобы вот эти были выделены, чтобы казуса не было. Ну, вот таким вот образом выделяем. И опять же жмем F. Вот у нас теперь получился потолок. Теперь жмем, допустим, Shift F. И можно немножко камерой погулять, посмотреть, что мы тут натворили. Ну, ничего так мелковато, но растянем. Вот такой вот получился дом. Escape. Погуляли, посмотрели. Давайте рассмотрим еще, как удалять. Вот, если мы сделали вот уже здание, а вот эти все ребра, вершины лишние, они занимают именно и место, и память, и, короче, вес дают. Как их удалить? Ну вот выделяем ребро, допустим, вот это. И нажимаем английскую X. Находим Dissolve Edge и удаляем их. Но это в том случае, если они нам потом не понадобятся уже. Ну, в принципе, нарисовать всегда можно. Давайте чуть-чуть почистим. Так, эти не хотят удаляться, а вот эти еще могут. Ну, вот так вот подчищается мал-мал фасад от ненужных эджей. Лупов. Ну и цоколь тоже можно вот так вот выбрать и попробовать уже X удалить их побольше. Так, ну вот этот нам точно не понадобится. И вот этот тоже не понадобится. Жмем X. Ну, что-то прикольно выходит. Ну, кое-где посмотрим сейчас, если не поломается. X. Удаляем. Ну, вот такой вот получается фасад. Лишнее вот здесь вот тоже можно поубирать, чтобы потом вытягивать. И разметку этажа все равно второго будем делать по-другому. Ступеньки можно еще кое-как по-другому, другие добавить, может, приставные эти удалить, отдельно сделать. Ну, вот такая система. Так, еще по удалению. Если у нас вот эта вот стенка, вот, допустим, есть, да? И на ней много полигонов. Давайте подразделим ее. Так, вот здесь вот. Вот на ней много полигонов. Она выбрана. Как теперь ее вот именно уменьшить? X и нажимаем Limited Dissolved. Вот видите, что ненужная она удаляет. Типа комплектом. Вот такая штука. Ну, вот такие еще есть нюансы. Так, что еще тут можно в этом ролике сделать? Да, в принципе, как делать рассмотрено, как что удалять рассмотрено, как закрывать рассмотрено. Все, теперь в следующем ролике можно сделать второй этаж и уже потихоньку там то лестницы можно, окна. Отдельно будет ролик, как вот именно раму сделать. И потихоньку посмотрим балкон, может что-то еще такое сделаем, ну, для общего понимания. Все, всем пока, до свидания.